Привет, мои хорошие. Я вышла ненадолго, пока моя компания отошла в стороночку. Посижу немножко с вами, а потом вечером выйду еще раз. Если все будет хорошо, к вам нормально пообщаемся. Как обычно мы это делаем. Совочка, привет! Моя совалина, моя любимая. Привет, всем привет. Вы выиграли в модель Excel? Да, 3 раза я выиграла. Я сейчас нахожусь в городе Киеве, в одном из одних таких приятных заведений, в которых можно и покушать хорошо, и выпить. И поговорить Каляян, называется Диван, Казан-диван, вот. Заведение такое именно презентабельное, в котором, в принципе, цены позволяют хорошо отдохнуть. 3 этажа, мы сейчас на летней площадке. Нормальный контингент, не быдло. Поэтому все хорошо. Мисс Лэшес, привет! Баку, саламчик вам. Саламчик. Я предупреждаю, ненадолго вышла. Вы знаете, у нас почему-то в Киеве погода каждый день разная. Один день холодно, второй день тепло. Сегодня очень хорошая погода, солнечно. Такое ощущение, будто бы лето все-таки. Лето, лето. Привет, привет, всем привет. Курить в заведении нельзя, поэтому приходится курить кальян. Привет, привет, мои хорошие. Всем привет. Очень много было сообщений мне в директ. Очень много. Я на неделю выпала из общества, выпала из связи, потому что у меня были на то свои причины. Но я пришла в себя, все нормально, и я сейчас с вами. И я хочу еще раз сказать всем огромное спасибо за то, что переживали. И я же говорю, мои постоянные подписчики, очень многие писали о том, что Римас, тебя не хватает, очень хочется с тобой пообщаться. Спасибо вам большое, мои хорошие, за беспокойство и за то, что вы ко мне хорошо относитесь. Все нормально, жизнь продолжается. Спасибо большое вам. Селеночка, привет. Казахстан, привет. Как дела? Дела хорошо. Что-то мои друзья ушли надолго, и что-то их нету и нету. Я там в сторисах писала, с кем я нахожусь. Если все будет хорошо, то мы придем в караоке. Я, вы знаете, я сейчас хожу, блядь, в солярий, потому что на пляж уже не походишь. В Турцию я не попала на отдых. Я, короче, когда загорала в солярии, у меня, блядь, вот это вот, видите, белые пятна, сука, вот это. Знаешь, когда ложишься, у меня лежачий солярий. И вот остается вот здесь, блядь, вот эти пятна все. Капец. Дашка, Маська, привет! Дашулечка, ты мне написала, я тебе попозже отвечу. Надеюсь, у тебя там все хорошо. Зайчка, короче, знаешь, что кури? Я люблю дыньку на молоке. Если не на молоке, то просто дыню. А вообще, сейчас мне сделали, знаешь что? Ягоды на льду. Ягоды со льдом, что-то такое. Вот, так что, если что, заказывай себе такой. Виноград, дынька, ягоды на льде. Тверь, привет. Который раз лежу на тебя и понимаю, какая ты милая, обаятельная. Спасибо большое. Да, бывает не очень хорошо, вспоминаешь свои слова, что нужно себя любить, любую сразу. Правильно, девочка, правильно. Корица с мятой, класс. Корица с мятой. Дашка, слышишь, да? Корица с мятой.
Римочка, признавайся, Алёша, тебе точно только друг. Ты просто так подходишь друг к другу. Вот верите, вот все наши подружки, которые, ну, мы с ними общаемся, все хотели бы, чтобы Лёха был их чуваком. Но Лёха женат, и я к нему лично отношусь с уважением и к его семье. Поэтому мы только друзья. Красивая озерка. Спасибо. Я в Киеве, в баре отдыхаю с друзьями. Кулончик покажи. Друзья мои, на мне кулончик, о котором я никому не буду говорить, никому. Если у вас какие-то есть вопросы по поводу кулончика, обращайтесь к моему замечательному человеку, к моему хорошему другу, астролог Савалина. У нее свой магазин хороших изделий, ювелирных изделий с разными камнями под разный знак зодиака, и под каждого человека подбираются свои амулеты. Вот на мне мой амулет, и еще колечко на мне вот такое шикарное. Реснички нет, не свои, у меня накладные. Почему не отвечаете? Передайте привет, Грузия. Грузия, здравствуйте, вам огромный привет. Вы знаете, у меня недавно было такое замечательное знакомство с таким шикарным мужчиной. Он работает в доме Шанель. Шикарный художник, модельер. Шикарный грузинский мужчина. Я собиралась к нему ехать, но, к сожалению, так получилось, что разбежались, не успев даже познакомиться. Поэтому в Грузию я пока не попадаю. Мы хотели с ним встретиться, кстати, да, в Грузии поотдыхать. Римуля, привет, красавица, я так рада тебя видеть. Спасибо, мои хорошие, спасибо. Как красиво смотрится кулончик. Друзья мои, я еще раз говорю, у меня каждый день я выставляю у себя посты астролога Савалины. Ну, вы знаете, я вам еще раз хочу сказать, что я никогда у себя не выставляю непроверенных людей и непроверенные рекламы и так далее. Вот, вот видите, вот сейчас кольцо и кулон на мне, это вот замечательного астролога, который работает... Блин, я просто не хочу сейчас говорить там громкие фразы. Очень хороший человек, с которым можно решать многие вопросы. Обращайтесь к ней. Она подберет вам всем хорошие амулеты и кулоны. Кстати, на мне колечко, которое очень хорошо работает. В Москву когда? Когда в Москву? Зайки, я не знаю. Пока не знаю. Я недавно была в Москве, у меня случилась очень неприятная ситуация в Москве. Еле-еле вернулась живая, поэтому пока не знаю. Нитеш, Читрагоа, здравствуйте. Здравствуйте. Я думала, вы пропали навсегда. Я так думала, что мы с вами посотрудничаем, а вы так и не попали. Когда на море? Как только появится бабло. Вы извините, что я курю, просто здесь курить сигареты нельзя, курю кальян. Глаз не оторвать от тебя, спасибо. Когда мы вас увидим, ну, два. А зачем вам там меня видеть? Вы и так меня можете видеть. Римусик достоин только лучший мужчина. Спасибо большое. Приезжай к нам в Казань. Я была в Казани, друзья мои, там хорошо у вас. Свои фотосессии, огонь, спасибо. Стрелочки свои. Ребятки, очень многие спрашивали, чем я рисую реснички, эти стрелки. Кисточкой, черные тени. Черные тени вот здесь, черные тени здесь. Как относишься к проекту «Замуж за Бузову»? Вы знаете, я смотрю этот проект и, ну, честно говоря, все-таки холостяк, когда мужчина и женщина за него борются, симпатичнее смотрится. Мне очень жалко Ольку в этом проекте. Я просто знаю Олечку, я очень жаль, что когда вышел эфир, там, где я приезжала в гости на Бузова против Бородиной, и не показали момент, там, где я с Олей встретилась, и как мы с ней обнимались, что я ей говорила. Я очень, чтобы Оле было все хорошо. Я так хочу, чтобы у нее все было хорошо, и я просто сейчас смотрю этот проект, и я понимаю, что Оля там больше страдает, нежели получает удовольствие. Поэтому, к сожалению, этот проект не... Вы знаете, что самое интересное? Когда был первый эфир, там был мальчик,
единственный, которого я увидела, который подходит Оле, это который был, господи, как он называется, как его звали, я не помню, как его звали, он расстался с девушкой 2 недели назад, владелец каких-то там кофеен, вот мне кажется, что он больше всего ей подходил. И я думаю, что у них могло что-то случиться и получиться. Но она его с первого дня и убрала с проекта. Жаль. Модель XL нет, не смотрю. Римочка, а вот скажи, делаешь LPG-массажи на диете, ты тоже сидишь? Нет, я на диете не сижу, просто там нужно пить очень много воды. Я ни в коем случае никакой диеты не придерживаюсь, потому что я и так как бы не употребляю ничего плохого. Поэтому... Для меня это чисто здоровый момент для моей кожи. Все. Не Тэш, у меня все хорошо. Но было бы неплохо, если бы все-таки с вами решили этот вопрос, о котором вы меня просили. Я очень бы хотела попасть все-таки на Бали и показать со всех сторон красиво отели, в которые вы меня собирались поселить. Потрясный мейк, отлично вылечит, отлично вечера. Спасибо большое. Друзья мои, никакого мейка в принципе нет. Пудрочка, румяна, стрелки, накладные реснички, брови и помада. Так, что случилось в Москве? В Москве случилось то, что нельзя доверять никому, потому что бывает такое, что люди, которые пытаются себя строить что-то хорошее, оказываются очень плохими людьми. И слава богу, что я туда вернулась живая и здоровая. А так меня могло быть и не быть сейчас вообще в этом мире. Обожаю, когда время, хорошее настроение. Спасибо. Hello, lovely, lovely. Привет, привет. Кто посмел тебя бить в Москве? Я уже сказала, теперь у вас тоже есть подписки с Индии. Так, Рима, скажи, сидишь на диете? Нет, не сижу. Привет, привет, привет. Реснички свои еле нарастила. Друзья мои, накладные, наклеила. Новая тарка просто бомба. Спасибо, Антон, Кар. Все любят Римку. Спасибо. Привет, Швеция. Дыми, Римочка, дыми. Мне так нравится выпускать дым, блядь, носом. Привет, как относишься к гаданиям? Плохо. Я верю только в астрологов максимум. Только в них. Большой и теплый из Владивостока. Вам тоже огромный привет из Киева. Здравствуйте. У тебя любимый мужчина, смотря какой. Сохрани эфир. Друзья мои, еще раз повторяю. Я всегда сохраняю свои эфиры и размещаю их на своем сайте, на YouTube-канале. Плейлист называется «Прямые эфиры с Римой Пинжеевой». Тюмень, привет. Так, ты была в Тюмени? Нет. Рима, посоветуй интернет-магазин для девушек пышной формы. Зайки, я же у себя отмечаю всегда магазины на фотографиях, которые я использую. Я никогда не размещаю себе рекламу людей, в которых я не уверена. Вот недавно я разместила у себя рекламку. Посмотрите, пожалуйста. Там много чего хорошего. Риму на Бали. О, Рима очень хочет на Бали. Очень хочет. Не Тэш, слышите? Риму нужно на Бали. Заинтриговала, слава богу, что все хорошо. Да, speak English, sorry. I don't speak English, sorry. Самое-самое. Витебск, привет. Даже такую, как ты, обманывают. Да, представляете? Бывают такие люди, которые так красиво все стелят, а потом хуяк, блядь, и все вообще. Я вам говорю, слава богу, что я живая туда уехала. Не доверяйте никому, будьте внимательны. Я стараюсь. Рима, привет с города Благовещенск. Вам тоже привет. И ни одного матюка пока. Да ладно, уже куча матюков. Рима, как относишься к гаданиям, уже сказала. Скажи название клея для ресниц. Не знаю, не помню. Главное, чтобы он был силиконовый, девочки. Силиконовый клей для ресниц. Черноцы, привет. А колбаса где? Не, сегодня не колбаса. Сегодня у нас шашлыки, салатики. Все, к чему прикасается Рима, хочется тоже съесть, одеть или просто потрогать.
Ремулик шикарно может подать и прорекламировать любой продукт. Товарищи с Бали, не упустите эту шикарную женщину. Дашка, моя девочка, я так хочу к тебе сейчас, ты себе не представляешь. У меня сейчас малая, кстати, тоже в Турции отдыхает. Я сейчас смотрю на тебя, как ты там отдыхаешь, как моя сестра отдыхает. И я прям, я за вас от души радуюсь, и я все-таки визуализирую этот момент, что я тоже в ближайшее время попаду на море. Я так хочу на море, вы себе не представляете, так хочу на море. Из-за тех людей, с которыми я сотрудничала, ну, из Москвы, которые мне очень сильно обломали все, я должна была ехать на отдых в Москву, но у меня не получилось. Ой, в Москву, господи, в Турцию, куда-нибудь на отдых. Но они мне все обломали. Поэтому я очень верю, что в ближайшее время все получится. Дашулька, моя девочка, я тебе отвечу в WhatsApp скоро. Красиво. У нас в Киеве красиво, конечно. Везде красиво. Вы знаете, что в каждом городе есть свои плюсы и минусы. За что ответили, очень хорошая. Спасибо. Никакой диеты. Ремуся очень вкусная женщина. Она похудеет и потеряет свой шарм. Друзья мои, ну пока я себя нахожу в таком теле достаточно привлекательной и востребованной, поэтому так именно кардинально худеть пока не собираюсь. Поэтому каждая женщина красива по-своему. Главное уметь себя преподнести. Ты где так долго пропадала? Я уже говорила, как называется клей для ресниц, девочки, силиконовый какой-то, любой силиконовый, ресницы просто огонь. Ремуля, что за помада у тебя? Помада, я уже ее съела, тут у меня был Кайли розовый, сверху Ив Сен-Лорановский блеск. Я уже его съела. Краснодар тебя любит, приезжай к нам в гости, затусим. Спасибо. Привет, Кривой Грог, запиши эфир, пожалуйста. Я его запишу и скину обязательно на мой канал на Ютубе. Какого мужчину хотелось бы встретить и вообще замуж хотела бы? За достойного мужчину, естественно, любая женщина хотела бы замуж. У тебя микропигментирование? Нет, друзья мои, у меня просто тени, черные тени, кисточка и черные тени. Детей у меня нет. Ну нельзя, нельзя быть такой офигенно классной. Да ладно. А давайте мы с вами тяпнем по писяшке, давайте. Друзья мои, я пью водочку. Где ты лазишь? Пиздец. Друзья мои, желаю всем крепкого здоровья. Я желаю каждой семье благополучия. Я желаю, чтобы каждая семья жила в мире и любви. И пусть у вас будет все то, чего вы себе сами желаете. Мои самые лучшие пожелания. Дашулька. Все мою. Деток, деток. Рима, ты борешься с морщинами, есть ли у тебя седые волосы? Друзья мои, у меня седые волосы появились на доме 2. Я вернулась в дома 2 с полуседой головой. У меня очень много седых волос. Все, не представляете, сама в шоке. Это, я не знаю, это, скорее всего, на нервной почве, потому что, ну, 25 лет посидеть. Делайте выводы. Нахождение на доме 2. Поэтому крашу черный цвет. Что хорошего в замужестве? Нихуя. Рима, первый раз вижу человека, не пишут гадости. Прям богиня. Ну, вы знаете, у меня, я очень люблю своих подписчиков за то, что большинство, которые сидят со мной в прямом эфире, у меня бывает там 200-250 человек, нормальные, адекватные люди, которые пишут позитив. И с ними, блядь, можно нормально поржать и пообщаться. Поэтому спасибо вам большое за адекватику. Я желаю каждому такую жену с такими сисечками. Спасибо. Спасибо, ты чудо. Лёш, где ты ходишь? Я только что рассказывал людям, смотри, банкомат не працюет. Банкомат не працюет. Ты нашел банкомат? Банкомат не працюет. Нашел? Конечно, я думал, ты меня уже кинул, блядь, мне нужно было платить, уже думала куда-нибудь. Thank you. Одно в голове, блядь, что Лёша, сука, как обычно, говно. Да не говно, просто я уже начала переживать, думать, что-то нет, не то. Нет, стрим выключи, блядь. Не говори, что Леша говно. Леша самый охуенный чувак, блядь, со всех, кого я знаю. Из большинства, с кем я общаюсь
Последнее время. Я думаю, вот, если честно, походил, пока снимал день, я думаю, еще надо один. Еще? Так как он нормально курится, там нормально, ну, еще кури, есть. Кури. Андрюш, мне, пожалуйста, его переставь сюда, пожалуйста. Привет, Андрей. Хорошо. Леш, да он нормально, еще целый, блядь, кальян. Возьми, кури. Блядь, сука, 40 минут, сука, сходил, деньги снимал, блядь, в этом поздняках. Банкомат не працюет, банкомат не працюет. Казахстан, привет. Пришлось на ту сторону вообще. Не буду врать, сейчас выдадут. Рита отдыхает в этом... Анталия. Берлин, привет. Вензеслав довел. Римочка, я с тобой тяпну. Чин-чин. Так, зайки, все, я пропустила там ночевую, поэтому спускаюсь вниз. Ты классная, но немножко набрала вес. Да что вы говорите, блядь? Трагедия в жизни, набрала вес. Ну какое твое, блядь, дело, курица ты вонючая, блядь. Набери, пожалуйста, ума в свою бошку вонючую. А где набрала вес? Ну ладно, все, я молчу. Где набрала вес? Что значит быть активным на чьей-то странице? Римуля, ты скажи любимому человеку о его недостатках. Рима, ты сказала бы любимому человеку о его недостатках, смотря как и смотря о каких недостатках. Макияж супер, как всегда. Спасибо большое. Но я уже немножко, конечно, не очень, но все-таки. Я очень. Я хороший. Леша женат? Леша женат? Да, да, Леша женат. Если бы он не был женат, поверьте мне, я бы его уже оседлала 100 миллионов раз. Надоели уже про вес писать. Да, вот именно. Не любишь слышать правду в глаза? Да пиздец. Не, пиздец, как боюсь слышать правду. Вот смотри. Набрала веса. Блядь, набрала веса. Трагедия в жизни. Девушка, я вас прошу, займитесь своими делами, пожалуйста. Мне, честно говоря, срать на ваше мнение. Я вам сейчас отвечаю чисто из приличия, потому что все, кто мне пишут, я всем отвечаю. А вам обязательно я хочу передать огромный привет. Не, здоровья, секса и любви. Да, да. Лёля, все нормально? Как себя чувствуешь? Лучше, чем я, когда уходил. Я только уже, блядь, жду твоих... Походил, я ж думаю, блядь, тебя сколько не было. Да? Да. Да тебя не видно. Голос слышно? Ну слышно, а что? Что-то плохое? Не, я хочу хорошее сказать. Ты хочешь поспать? Не, я хорошее могу сказать. Лёш, ты женат? 5 лет уже. Да? Вот, наконец-то. А почему, вот очень многие спрашивают, почему вы не хотите замутить отношения с Римой? Мы мутили, у нас не получилось. У меня размеры не подошли. Я шучу, шучу, шучу. Бля, я даже сейчас просто, по-любому, ну, мы друзья. Ну, друзья, просто хорошие друзья. У нас хорошая компания. Вот, и наши общие знакомые. И мы всегда собираемся. Собираемся. Ну, 2,5 суток не спать. Размеры не подходят, блядь. Ну, под какой ляпнуть, блядь, пиздец. Он даже не пытался туда подойти к этим размерам. Короче, что я хотел сказать. Завидный жених с нашей компании, у нас тут 50 баб, и все мечтают, чтобы он был их мужчиной. Но, к сожалению, он женат, или к счастью, но ни одной не повезло, бля, чтобы он дал им под хвост. Без хвостов. Кстати, хвосты – это великая вещь. Бабник, что ли? Размеры не подошли. Это он шутит, блядь. Он даже не пытался свой размер сунуть куда надо. Не, ребят, на самом деле, две вещи хочу вам сказать. 250 человека с нами. Вот, сегодня мне так приятно сидеть с другом, с которым, ну, мы знаем уже друг друга практически 10 лет. 8 знаем. 7. Ну, 7,5. Вот, чтобы вы, я не знаю, поняли, поняли, как вам сказать. Похи. Вот. Я в такой торбе, ребята, 2,5 суток без сна, вот, но любовь зла, полюбишь и хуйна. Троеточие, да, вот, поэтому я вам хочу две вещи сказать. У меня кум, когда увидел Риму, сказал, отце бабца, вот. А я говорю, ну, мне как бы тоже нравится, вот. Ребята, поверьте, я первая жена моя моделью была, очень известная. Вот, худых не тема вообще. Вот, это 1,78 м не значит рост. 1,78 м. Леша, что ты несешь?
Короче, серьезно, ребята, когда вы придете к моему возрасту, вот, к 45, к 50... Что ты несешь, блядь, тебе только 40 лет. Мне уже 41. Какое, блядь? Будет сейчас. Через год. Через пол. Через пол. Да. Ну, 40. Вот придете к возрасту, я вам говорю, что это реально, когда оно есть, куда есть... Вот, это великолепно. Я предлагаю выпить за то, за хороших людей. Не, серьезно, посмотрел на видео, я не смотрел на себя. Реально пьяный парень. Нет, это нормальный, адекватный, да. Выпивший чувачок. Да. Вот. Рима. Безумно классная. Безумно интересная. Безумно сексуальная. Вот. И живите как хотите. Живите как хотите, давайте тяпнем. Да. Давайте тяпнем. А пусть, да, а пусть. Потому что это, конечно, сильная вещь. Вот так вот. Сидим уже часа 4, наверное. Хуйнаны, давай тяпнем. Давай. Давай. Такая блузка пришла в такой блузке, что... Да в обычная блузка, блядь, ты что, странный? Обычная блузка. Леша, что ты выдумаешь? Ребята, ты... чтобы у вас все было лаверды. Вот, коротких дорог вам в этой жизни. Возвращение счастливых. Будьте самыми желанными. Жена не ревнует, что ты сидишь с Римой? Жена знает. Все нормально, друзья. Ну, бывают люди, которые сидят, просто вместе отдыхают, друг друга уважают. Будьте самыми желанными и самыми любимыми. Поняли? Удачи. Хряпнем, товарищи. Шикиряп нау. Я специально взял колу. Беру. Леша. Налей, налей, бокалы. Ты-дын. Хачапульку надо наебнуть. Ребят, мне так не идет уже. Двое с половиной суток. Только не ругай. Двое с половиной суток. Рут, привет! Сестра. Рут. А мы с Лешкой до сих пор бухаем. Точно, Казаков. Привет из Тулы. Вам всем привет. Красотка. Да ладно. Надо было лучше 10 лет назад. Сейчас чуть-чуть такая смоковница, как греческая. И смоковница, как правильно. О! Вот это мне нравится. Блядь, не разбивай кальян, Леша. Напился бы человеком. Я давно напился, я вчера напился еще. Руслюни текут, да, коза драная? Ну, от меня в щечку поцелуй Лешу. Супер красавчик. Давай. Давай. Всем привет. Ой, тихо, помада. Не пали. С мужиками прикольнее, чем с девчонками сидеть. Это факт. Это факт. Леш. А лучше вместе. Отучи Риму материться. Ну, ага. Она такая всегда паскудная была. Серьезно, 10 лет назад она всегда ругалась. Мы когда познакомились, она всегда ругается. Я стараюсь, чтобы она держала рот. Давай сейчас замке. Вот это не веди на поводу. Не ведись на поводу. Никуда не ведусь. Можно подумать. Успехов и процветания тебе, счастливо. Спасибо большое. Нафига запиваешь? Я всегда запиваю, кстати, друзья, я всегда запиваю, не могу не запивать. Вы просто заедали, а сейчас уже, сука, ну, некуда заедать. Как клёво сидите, как клёво сидите! Бля, вы настроение подняли, круто сидите. Спасибо, жена Ленина эфир не смотрит? Лёшина, нет, не смотрит. Лёша. Я не знаю, что, ну, эфир, но Юля, моя жена, знает, что я с Римой сижу. Не, мы, я же говорю, мы ничего плохого не делаем. То есть я ни в коем случае, у нас, знаете, вот... Она на работе. Я же говорю, если бы он не был женат, это одно дело. У меня есть такой пунктик. Я всегда уважаю мужчин с женатых. Я никогда не трону чужое. Мне не надо чужого. И зачем вот эта пьянь кому-то нужна? Завались. Пошли всех нахуй, ты охуенная. Спасибо. Леша интеллигентный. Хороший комплимент. Леш, ты интеллигентный? Передай привет моему сыну Ивану. Привет. Ты такая клевая. Привет. Ваня, привет. Ой, спасибо, Римуля, за поцелуй. Мы с ним еще одного года. Лехе не нравится, когда ты материшься? Мне не нравится, я ты сразу говорю. Круто... Можно молчать, я просто читаю сообщение. Я говорю. Я тоже не могу не записать, закусывать не... Ага. Приятного аппетита, спасибо. Вот доебались, умничка. О, какая молодец. Привет, красотка, классный мэк у тебя. Рима, в каком городе живешь? Я живу в городе Киеве.
которую я люблю, это моя родина, где я родилась. А мейк хороший, она, ну, знает, как делать мейк. Мне тоже жена сказала, что у нее очень хороший мейк. Так она же смотрела мои фотки? Да, 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 да. Я тебе уже не верю вообще ни во что, что ты можешь. Ну, слава богу. Вот честно, блядь, ничему не верю, не верю уже. Я просто Риму подъеду. Он меня только что очень сильно обманул. Так обманул, что, блядь, вообще нельзя верить никому. Даже ему. Римуля, какой вкус кальяна курите? Что там у нас сейчас? Виноград, яблоко, мята. А у меня была вишня, блядь, во льду. Да. Короче, он уже четвертый кальян курит. Четвертый кальян. Это человек первый в моей жизни, который курит в течение часа 4 кальяна. За 4 часа. 4 часа, 4 кальяна, я же говорю. А где мой? Он забрал. По-моему, Леша стебется. Да? Серьезно? Вы только иногда, поняли? Иногда. Он вечно, блядь, стебется со всего. Жизнь моя. Что ты иногда? Ты вечно, блядь, стебешься со всего. И только что своим сыном постебался, блядь. Привет из Ульяновска, вам тоже. Идевск, привет. Что за Идевск? Я первый раз слышу. Берегите себя. Легкие выплюнет скоро. Легкие выплюнешь скоро, Леха. Я, да? Да. У нас позавчера была встреча выпускников. Вот, я не сплю трое суток, но для любимой Римы всегда оставлю здоровье. Вот, для жены и для Римы оставлю всегда здоровье. А, понятно? А вообще ты куришь или нет? Ну, сигареты. Да, я курю сигареты и достаточно часто. Особенно, когда бухаю. Честно, не часто. Это наврет. Вот сегодня ни одной сигареты не скурила. Четыре было за 4 часа, раз в час. Я ни одной сигареты, блядь, не скурила, сказала. Ни одной. Алёше сколько лет? Неважно. Насколько он выглядит. Ты очень сексуальная, красивая, милая, крутая. Спасибо. Привет, Одесса. Одесса, вам огромный привет. Лёше 40. Был юбилей, мы не отмечали. Вы знаете, 40. Наше поколение выглядит намного младше, нежели поколение перед нами и после нас. Вы заметили? Забавные. Ребят, ну вот я тоже посмотрел, мне там жена показала стрим, у меня кнопочный телефон, вот, показала стрим. Жизни, раритет, жизни, у него телефон кнопочный. В жизни она лучше. Кто? Я серьезно. Ну, девочка какая-то в белой блузке. А, да, в жизни лучше, я знаю. Я охуение в жизни. Да ладно, не делай себе рекламу. Мне еще нравится стрим за то, что зубы кажутся такими длинными, ой, длинными, белыми и красивыми. Да у тебя хорошие зубы всегда были. К тому, что они у меня кривые. Все думают, что у меня, блядь, виниры. У меня не виниры, у меня кривые зубы. Нет, зубы у нее хорошие. И 10 лет назад были, и все. Не видитесь, не видитесь. Очень приятно. Римочка, привет, привет. Римуля, блин, ты суперская, времени нет, а выйти эфира не могу. Тебе не нужен взрослый и щедрый... Рима, тебе нужен взрослый и щедрый мужик. Так всем нужен такой мужик. Дайте мне его, дайте мне его. Сейчас ищем, ищем. Где он? Где он, блядь? Где он? Леш, ты обещал подогнать чувака. Where are you? Где он? Ты обещал мне подогнать его. Где он? Вы вдвоем сидите? Да. Пока. Мы начинаем сюда вдвоем, а потом, блядь, 20 человек за столом. Да нет, у тебя очень хорошие и ровные зубы. Нет, друзья мои, они у меня ровные, но это кажется так. У меня вот эти два неровные. Это кажется, что они такие ровные. Ну, я к тому, что я всегда комплексовала в детстве, а потом оказалось, не рыгаю. Ни в коем случае. Только на тебя. Я всегда комплексовала, а потом, когда у меня ебальник вырос, блядь, до размеров, зубы кажутся красивыми. Мы, кстати, не видели ее, когда она весила 90, когда она весила 60. Вот, мне больше нравится посередине. А теперь разговаривай. Вот можно вообще, блядь, не говорить это было. Вот иногда мужчинам нужно не говорить вообще ничего. Показала видео, лучше молчать. Показала видео мне с последних конкурсов. Блин, ну мне нравится. А, много так лишнего, это я в таком... Много лишнего, конечно, но мне нравится очень. Что, блядь, лишнего? Что, блядь, что лишнего? Движений. Много лишнего. А, движений. Так ты говоришь, что движение, блядь. Сиськами его так покрутила, и он говорит, лишнее. Мне не нравится. Но мне сказали так сделать, я не хотела это сделать, мне так сказали. Дуры, блядь, там одни редакторы. Делай почаще эфиры, поднимаешь настроение. Ебальник, Рима, ты самокритична. Я обожаю свой ебальник, он охуенный, мой ебальничек. Маты, конечно, плохо, но как бы там ни было, я свой ебальник люблю. В смысле, а ебальник это лицо? Да. Да? Я понял, думал, туалет.
Ты хорошо выглядишь, спасибо. Реально, по-моему, кто-то договорится. Сейчас кто-то договорится, блядь. Я просто, ну, тихонечко сижу. Личика. Ну, ребятки, я могу только сама говорить так про свое лицо, вы же понимаете. А если кто-то будет говорить, то сразу по ебальничку получит своему. Вітання. Я вітаю всіх, хто з нами знаходиться. Україна, добрий день, добрий вечір. Я вам всім бажаю доброго настрою. Мої найкращі побажання. Але я буду розмовляти на російській мові, тому російською що... мовою. На російською мовою. Буду розмовляти російською мовою, щоб всі розуміли. Всім привіт. Найди своє любимого, самого лучшого. Спасибо большое. Спасибо большое. Не хватит. Как там Рома сосед? Рома сосед пошел нахуй. Мы с Ромой не общались. Не ругайся. Нельзя ругаться вообще. В стриме нельзя ругаться. Так мне сказали. Так, ребятки, наверное, я выйду сейчас ненадолго, хорошо? А потом вечером, если я не доеду до караоке, я к вам выйду, пообщаемся еще. Вы все обо мне думали, скучаете, я знаю, очень много сообщений в директе о том, что я пропала, и все хотят меня видеть. Все, мои хорошие, я вас целую, обнимаю. Не всех люблю, всем нормальным привет. Две секунды еще скажу. Сейчас позвонил друзьям своим, спрашивают, а ты где? Я говорю, я в Казандиване сижу. Они говорят, а где это? Я говорю, это на Харьковском. Они говорят, ну, а с кем? Я говорю, с Римой. Говорит, мы сейчас приедем. Кому ты, блядь, звонишь? Что ты несешь, Лёва? Кто? Кому ты звонил? Все будет. Незабаром. Ладно, ребятки мои, все. Если что, мой прямой эфир будет в записи здесь. И также сам он будет находиться на сайте, на Ютубе, на моем канале, который называется Рима Пинжиева, а плейлист называется «Прямые эфиры с Римой Пинжиевой». Все.